недавно посмотрела работу в мастерских Шанель, потому что я догадывалась, что за каждой такой коллекцией стоит невероятно огромный кропотливый труд. Потому что там была возможность прям воочию посмотреть, как каждое платье буквально вручную создается, и это фантастическое, конечно, впечатление. J'ai un faible pour le cachemire de l'Écosse, Barry. Ces espèces de matières très enveloppantes, très douces. Il y avait à la fois des looks masculins en cachemire et des grands manteaux, mais aussi des filles très sexy, comme des espèces de femmes sur les docks, comme ça, qui traînent le soir. Et je mets bien le côté un peu dangereux, tout ça. Collection is like sexy, chic, rigoureuse, little bit of masculine but feminine also. Каждая деталь подобрана мельчайшими подробностями, вышита буквально на каждой модели, и вообще атмосфера летающего вот этого вот праздника моды, декорация вот этого счастья, она здесь. I wasn't looking for